Здравствуйте, меня зовут Елена Устинова. Я дизайнер и мастер по созданию одежды в технике Нуна Войлок. Как создаются мои коллекции? Вначале всегда появляется идея. Так было с коллекцией «История про женщину» для международной выставки «Душа войлока». Идея выставки была показать славянскую тематику в изделиях из войлока. И я решила совместить войлок и вышивку в национальных украинских традициях. Сегодня мы снимаем коллекцию, в которой много интересных фактур. Юбки, платья, жакеты – они все абсолютно разные. Пряжа, шелк, волокна, декоративные ткани – очень много составляющих, которые я использовала в работе. Это были эксперименты с цветом и разными способами раскладки и техниками в работе. Меняя составляющие, я получала все новые и новые результаты. Каждый раз, создавая новую коллекцию, я немного волнуюсь. Это как предвкушение праздника или какого-то чуда. Интересно, добившись результатов в одной технике, переходить в новую и снова искать ответы на вопросы.